Всем привет, ребята. Видите, лохарик уже гогочит на улице. Еле я его отсюда выволок. Орет, ждет меня, орет. Иду, иду. Такого ты не обидел. Поедем, прокатимся по Лужку вдоль Сейма. Может быть, ко мне присоединятся парни. Один на Татуэре, а второй на Минском. Ой, давно я на нем не ездил. Спидометр просто радует. Какая. Лучше молчать. Ох, Минчик валит, нахрен. Дядя Володя страшно очкует. Пацаны уехали от меня.
Отсюда отъехать подальше. Помнишь, как гонки по вертикали были, блядь? Да, да. Как бы он сюда не выскочил.
прыгнул хоть? Она тяжелая, ёбка. Скотина. Идти страшно, а там глубоко. У него немножко, мне кажется, сцепление буксует. Не, он просто карбюратор за иногда первый раз, когда разгоняешь его, он закапывается немножко, потом распирается. И пошел, да? Да. Ну это мы только сегодня сделали, чтобы он брал поменьше, а то он как бульдозер меня хуярил. Там тоже глубоко.
Покатались от души. Да. Я же надо, блядь, костюм вот такой вот надевать, чтобы не рядом. Всем спасибо, всем пока.